Доброго времени суток зрителям и случайным гостям нашего канала. С вами Росси, вы находитесь на Роли Гейм Онлайн. Сегодня, ребятки, с вами хотел обговорить бы такую тему, как стоит ли мне играть в такие игры, как Dota 2, Лига Легенд, Hero of the Storm. Эти игры, в принципе, очень популярны и, наверное, многие из вас играли или, по крайней мере, слышали о таких играх. И, возможно, вам было бы интересно смотреть видео по этим играм. В свою очередь, я хотел бы сказать, что я небольшой профессионал в играть в игры жанра моба, но как бы какой-то уровень игры у меня есть, и в принципе, если бы вам было интересно, я бы мог по этим видео, точнее по этим играм снимать видео. Да, конечно, вы не увидите в них супер-пупер профессиональную игру, но я думаю, на уверенно среднем уровне я бы мог играть и тем самым показывать вам эту игру. Но прежде чем я бы это хотел начать делать, желательно узнать ваши мысли и пожелания по этому поводу. Так как у меня подписчиков на канале не очень много, и я стараюсь как бы угождать своим подписчикам, мне не безразлично мнение моих подписчиков. Если вы будете за, а свое как бы желание вы можете высказать в плане комментариев на канале, в плане лайков или дизлайков к данному видео, и в плане просмотров. То есть, если это видео соберет достаточное количество просмотров, если кто-то из вас ленивых жоп не поленится все-таки и напишет хотя бы пару букв по этому поводу, то это было бы вообще супер-пупер зашибись. Поэтому, ребятки, давайте, в общем, активнее высказываем свое мнение, стоит ли играть в эти игры, стоит ли делать видео по этим играм, если да, то в каком бы вы формате хотели бы эти видео видеть, то есть просто какие-то нарезки моментов, или же полноценные матчи, или же какие-нибудь гайды. Понятно, что я к этому буду готовиться, или, скорее всего, буду высказывать лично свое мнение по поводу игры за конкретного чемпиона, там, героя, там, и так далее. В общем, не оставайтесь безразличны к этому вопросу, активно обсуждайте и подскажите мне, как же мне встать на путь истины и что конкретнее снимать, на что делать упор. Всем спасибо, если вы посмотрели это видео до конца. Подписывайтесь на наш канал, если вы случайный посетитель нашего канала. Оставляйте свои комментарии, ставьте большие пальцы вверх или еще больше пальцев вниз. Спасибо всем тем, кто находится с нами уже очень давно и не покидает нас в надежде на светлое будущее. С вами был Росси, это был канал Роли Гейм Онлайн. Всем пока и до скорых встреч!